Здравствуйте, в эфире «Метеопрогноз». Расскажу о нем я, Ольга Гайдабура. В воскресенье 9 октября в Набережных Челнах днем облачно с прояснениями. Столбовый термометр покажет нам плюс 14 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Прекрасного настроения. Смотрите прогноз погоды на нашем телеканале «Челны ТВ».